Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. Сегодня у нас распаковка посылки с куклами из США. Точнее, от компании Integrity Toys. Если вы следите за компанией Integrity Toys, то, наверное, уже догадались, что здесь у меня клубные куклы, вступительные. И сразу все три. По промо-фото не смогла выбрать, кто же из них мне нравится больше всего. Поэтому заказала всех. И сейчас будем смотреть и решать, кто из них останется, а кто не останется. Кого первую достанем? Итак, это мадемуазель Лили. Давайте вскроем и посмотрим, что же там. Лили — это кукла из линейки New Face. У меня еще не было кукол из линейки New Face, поэтому не очень представляю, какая она по габаритам. Здесь понятно, что они все 12-дюймовые. Но чем отличается, честно говоря, я не знаю. Очень прикольная фактурная коробка, похожа на ткань. Посмотрите, какой носик. Очень милая кукла. В прошлом году выходила ее сестренка, и у нее были такие фиолетово-радужные волосы. Я не знала, будут фиолетово-радужные или просто фиолетовые. Но у Лили однородный оттенок фиолетового, нежно-нежно-сиреневый. Платье в жизни выглядит лучше, чем на промо-фото, потому что на промо-фото казалось, что это нечто бесформенное и непонятное с огромными бантами, но здесь еще бант отдельно. Красивая кукла, но давайте посмотрим дальше, я пока не знаю. Вторая кукла из линейки Fashion Royalty – это Евгения. По живым фотографиям в сети я склоняюсь, что именно эту куклу я оставлю себе. В этом году вообще Integrity, то есть не балует нас линейка Fashion Royalty. Это моя любимая линейка. И Евгения у меня тоже еще нет. Белоснежная коробка, глянцевая, на магните. Такая загорелая дама. Очень нравятся ее глаза. На промо-фото выглядела немножко устрашающе, но в жизни очень ярко-голубые глаза на темном-темном скинтоне и выглядит интересно. Так, посмотрим следующую. И это у нас Поппи Паркер. Изначально она мне понравилась больше всех, но когда начали выходить куклы, я вдруг обнаружила, что Поппи Паркер вступительная очень похожа на Поппи Паркер Париж. Сейчас посмотрим, так ли это. Коробка все та же, в которой выходит Поппи Паркер в этом году, Travel коллекция. И вот такая у нас Поппи Паркер. Действительно похожа, давайте прям сравним. Мне кажется, что они действительно очень похожи. Разный цвет глаз, разный скинтон, но макияж очень похож и разная прическа. Посмотрим на всех чуть подробнее. И я хочу посмотреть тираж этой Поппи.
Растет Integrity Toys, потому что тираж вступительной Поппи 1911 штук. Это большой тираж для Integrity Toys, потому что если мы берем кукол, которые выходят в течение года, у них тираж примерно до 1000. 1911 штук, это значит, что 1911 человек заказали эту куклу и ее делали на заказ. Вообще в этом году вступительных кукол пришлось ждать довольно долго, потому что свирепствовал коронавирус, и производство немножко приостановилось. Обычно вступительные куклы выходят где-то в июне. В этот раз пришлось ждать до августа. Но ничего, Integrity Toys вроде как вернулись в колею, и дальше все выходит по графику. Хочу достать сертификат New Face. Очень плотно она сидит. Чуть-чуть поменьше человек заказала Лили. 1851 штука. Ага, попробуй теперь обратно засунь. Прикольная коробка у New Face. Мне напоминает коробку из-под обуви по фактуре. И посмотрим, что же там у Евгении. Что же там у Женечки? Сколько человек заказало Женечку? Интересный молд вообще Евгения, потому что есть куклы, которые, мне кажется, откровенно страшными на этом молде, а есть прям очень красивые. О, и с Евгению заказало еще меньше людей, 1795 человек. Вот такие у нас девчули в этот раз. Мне предстоит нелегкий выбор, не знаю, кого из них оставлять. Буду сегодня весь день смотреть на них и думать. Но, скорее всего, Поппи Паркер нет, потому что она действительно очень похожа на Париж. А, тем более, что Поппи Паркер выходит очень часто. А в этом году их выходило 1, 2, 3, 4, 5, уже 6 штук. Седьмая на подходе. Даже если их будет минимум 7 в год, то Fashion Royalty это первая, которую я держу. И Fashion Royalty еще две будут конвенционные, которые я тоже предзаказала. Их тоже очень жду, но они выйдут где-то в ноябре. И сейчас проходят эксклюзивы, то есть одна из них будет снова Поппи Паркер, такая выросшая Поппи Паркер. И в конце клубного года, он закончится где-то в январе-феврале, обязательно расскажу вам про свой опыт вступления в V-Club, клуб Integrity Toys, о том, как это происходит, что выходит, к чему готовится, какие это расходы, на что именно, то есть, чтобы вы тоже могли оценить, хотите вы вступить в этот клуб или нет, выгодно это или нет. Спасибо, что распаковали эту посылку вместе со мной. В комментариях буду очень рада услышать ваше мнение об этих куклах, кого бы оставили вы, кого вы сами хотели бы, и какая из них понравилась вам больше всего и какая меньше всего.